Ну, тяжело сегодня игра далась. Душновато было, лед немножко тяжеловатый. Сейчас после сбора приехали, там прохладненький дворец был. Лед. Ну, так справились, в третьем периоде забили удачно. Результат положительный. Повели 2-0, потом адмирал сравнял счет. Что произошло вот в этот момент, в связи с чем упустили на некоторое время игру? Ну, не сказать, что мы там упустили игру. Немножко подсели. Гол в большинстве пропустили. Ну, в меньшинстве, вернее, пропустили ненужный. Как бы. Ну, они удачно забили, вот, сравняли. Много брака, много неточных передач со стороны обеих команд. Это качество льда? Да. Ну, лед крошится, но там на 5 минут его хватает, потом начинает снега много. Даже он Саня Нестеров последний гол когда забивал. Думал, что промахнется, там шайба не еле ехала. При счете 2-2, когда адмирал сравнял, что говорили на скамейке своим партнерам, все-таки вы капитан? Ну, сказал движение прибавить, потому что немножко стали движение прибавить, потому что там, опять-таки же, там попроще, там передачи там все неточные были, чтобы попроще играть, да и все. Молодежное звено сегодня, наше четвертое, удачно себя проявляло, много комбинаций хороших, игровых. Как-то подзадориваете ребят в перерывах? Ну, ребят прибавляют с каждой игрой. В Швеции неплохо себя показали, сейчас поддерживают команду. Хорошо, что у нас есть такое там, четвертое звено молодое, как бы, которое не уступает. Очень интенсивный график игр на этой предсезонке. На днях буквально со Швеции вернулись. Как чувствует себя команда? Ну, конечно, тяжеловато сейчас после выходного, но будет время, как бы, и сейчас у нас две игры будет, потом выходной будет. Я думаю, сезон должен подойти в форме.